Всем большой привет! Сегодня у меня заказ Фаберлик. Хочу показать вам, какую батарею кремов мы заказали с девочками. Да, они по срокам годности, до ноября, наверное, или декабря. Но попробовать за такую цену. Вот 21, это значит у нас 22, 4 плюс 6. Ну да, до ноября. Омолаживающий крем для век лифтинг ну то есть цена была такая очень даже приемлемая ли моя около там 100 с чем-то или вот так вот рублей вот решили попробовать короче говоря у меня это не мое я не знаю мне вообще достанется нет ну, хотелось бы тоже мне попробовать такой крем, потому что я не пробовала. Омор... Омолаживающий крем для век лифтинг. Он стоил вообще там 1200, что ли, рублей сначала по каталогу, да? Вот. То есть очень дорогой серии Эксперт. Ну, я, честно говоря, прям за такую цену очень интересно. Тут три ступени. но вот эта вот третья ступень, она лифтинговая. Я помню, я... Пробовала, по-моему, вторую синенькую эластичность. Ну, как бы вроде ничего, да. И у меня еще был заказан, по-моему, первая ступень вот недавно тоже был в распродаже. Я попробовала нормальный. Ну, как бы, знаете, пойдет для Фаберлик. Это считается э, такой нормальный крем с нормальным таким составом работающим, да, но он, конечно, слабее, например, лично для меня, крема, например, от Ифраше, там, допустим, да, или от Сибирского здоровья. Они послабее. Ну, у меня в понятии, вот в иерархическом моем понимании, я думаю, что все-таки будет послабее. Ну, а вдруг будет не послабее, кто его знает, да? Кто пробовал, кстати, поделитесь, действительно ли он подтяжку такую делает. Омолаживающий так крем лифтинг улучшает тон супругость, разглаживает морщинки. Вот тут активный компонент лакесис. Это что? Он активирует белки молодости в клетках кожи и уплотняет ее пептидный комплекс, который значительно уменьшает деформацию овала лица. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, это тоже хорошо, она проникает в глубокие слои кожи, питая и увлажняя изнутри, активизирует синтез эластина и коллагена, и кислородный комплекс тоже классный вот этот вот новофтем. Он тоже он доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. Так, а если посмотреть состав, где вот у нас этот комплекс, допустим, лакезис. Так, на первом месте аква, изододекана, каприлик, каприк триглицерид, глицерин, сезамум, индикум, седойл, это какое-то масло уже, на третьем месте полиглицерил, триметил, глюкоз, дистиорат, циклопентазил, оксан, глицерил, стеарат, изопропил, изостиарат. В общем, я ищу вот этот лакизист. Кстати, диметикон есть тоже не очень. Пейги. Ну, вот я говорю, составчик туфы он вроде наряду и с хорошими компонентами, но вот эти вот плохие компоненты, они химического происхождения присутствуют. Органия вот зато есть. Ну, иногда можно попользоваться. Я для себя вот так вот говорю. Но я на постоянной основе вряд ли вот буду фуберликовский уход брать. Хотя некоторым он нравится, он легкий такой, вот, с комплексом новофты, все такое, но я люблю состав более почище. Я вот даже не вижу, где этот лакезис. Ой, так, ищу. <соргий> Я не вижу, девчонки. В общем, не знаю, где они его спрятали, но он, он должен быть. <соргий> Ладно, мы поверим. Так, следующее, что заказала, <соргий> Я взяла вот такой маленький контейнер. Маленький, удобненький. У меня уже есть такие. Он антибактериальный, то есть них, и в них пища действительно она подольше так сохраняет свою свежесть. 300 мл конкретного этого. 12 на 10 на 5 сантиметров Сделан в Китае по заказу Фаберлик. Артикул 910-224. И к нему в подарок дали, представляете, вот такую тарелку. Я, правда, закупилась этими тарелками, но думаю, ладно, ну, на подарки разойдутся, на Новый год еще куда-то нарезочку вот так вот как раз хранить в холодильнике. Очень удобно. Да даже и сама у меня вот, например, одна тарелка за год уже деформировалась. Вот эта пленка, хоть она такая плотненькая, тянущаяся, но она уже деформировалась. Либо пленочку нужно менять, там можно поменять, отцепить эти пластиковые штучки. Вот, но эту пленочку нужно где-то нормальную взять. Можно, конечно, менять каждый раз, вот пленку брать такую обычную, да, пищевую. Она совсем, конечно, тоненькая, ее придется часто менять. То есть после каждого применения там чего-то, после каждой нарезки, да, ее выкидывать, не мыть, выкидывать. Вот, пленка от Фаберлик, она все-таки моется, она такая более плотненькая. Она вот у меня продержалась год, но все равно она вот растянулась. Все равно там накладываешь эту нарезку, да, сверху чуть-чуть, а так как тонкая вот здесь вот эта Место очень, нарезка тонко должна лежать, а иногда так сверху чуть-чуть накладываешь, и, конечно, она растягивается. За год она вот растягивается, поэтому нужно что-то с ней делать, либо менять, выкидывать тарелки, да, вот, в принципе, за такую цену или бесплатно, да, ну, пусть разделим на два, вот вот по стоимости, я не знаю, сколько он там стоил, 300 рублей контейнер к нему в подарок, там, ну, вот по сто с чем-то рублей, там, со скидками, да, со всеми выходит, то, в принципе, можно и менять. Что-то я сегодня разглагольствую Ну ладно, куда нам ее поставить На кремике не упадет Не хочет стоять да. Следующее, что я заказала Это, наверное, у меня купончики оставались Я сначала вообще не хотела их использовать Потому что смысла в них я не вижу 50% скидка она в каталоге всегда есть практически. ну То есть поймать реально там через каталог, да. Ну ладно, думаю, возьму вот этот вот спрей ароматический Energy. У меня его не было. Он мандарин фреш. Так. У меня есть, по-моему, то ли для сна, то ли еще какой-то. Так. Выглядит он вот так вот. Черненький флакончик. Давайте попробуем. Они, конечно, не стойкие, но их можно на белье, на тело, по-моему. А я знаете, почему мандарин купил? Думаю, скоро Новый год буду брызгать, чтобы мандаринами пахло. Ну, есть аромат мандарина, но он такой прям слабенький, опять же, легкий. Легкий. Знаете, хочется прям по ну нет, может быть много, если распылишь, но он не стойкий, опять же, будет. Вот Был бы он стойкий, вот, был бы классно, чтобы так мандарином пахло, да, зимой. Распылить и еще купить там аромат елки <laughs> и будет классно вообще, если смешать два аромата. Ну ладно, будем брызгать, пригодится. Так, это у нас Киспруф. Это я или не я или у меня под заказ? Стойкая матовая. Это, наверное, кто-то заказал. Что-то я не помню, чтобы я себе ее заказывала. А, да, у меня подружка Ира заказала. Ой, какая красивая! Я такую еще серию себе не заказывала. Но Ирина должна мне смотреть. Привет тебе! Помадка твоя пришла. Я вот так вот посмотрю, что там хоть за оттенок-то. Это пыльная роза. Оттенок красивый. Да, красивый оттенок. Она матовая. Мне кажется, прям многим подойдет. А если черкануть. Ой, вообще красота. Ну, Ира моя подружка, так что она разрешит мне черкануть. Закручивается как-то странно. Так. Ну вот здесь вот колпачок. Вот почему-то он очень туго идет. Опять же, вот у них... Мне не нравится. Вот сделано красиво, ну блин, ну, ну доделайте да, вы уже. За такую цену, которая по каталогу представлена: 360 или 380 рублей она. Конечно, я Ири со скидкой со своей отдаю. Ну, блин, ну это вот вроде смотрится как люксовый, да, но вот этого нет. Вот туго открывается, закрывается очень туго, мазюкается. Короче, я сейчас ей раздолбаю всю помаду. Но она должна закрываться со щелчком. Опять же, Фаберлик не дотягивает. Ну, не дотягивает. Может быть, по качеству и будет хороша. Хотелось бы. Ой. Но опять же, у меня вот осадок. За такую цену и вот помада как-то плохо ходит, плохо работает. Но это опять же пользоваться каждый день это не будет доставлять такого удовольствия, да, эстетического, как хотелось бы. Кто со мной согласен, ставьте лайк. Но ну вот пусть Фаберлик задумается и сделает уже как бы качество, ну, действительно соответствующей цене, которую он просит. Правильно я говорю? Я думаю, что правильно. Я многого не прошу. Вы просите, извините, баснословную сумму за помадку 480 да кто-то там или 380 зарегистрируется получит эту скидку 20 процентную а кто-то ведь не зарегистрируется но не хочет человек регистрироваться ну не знаю это конечно у каждого каждый имеет право там да регистрироваться ему или нет и решать каждому но опять же вот Просто я говорю о том, что немножко качество не цене, не соответствующее цене. Итак, что у меня следующее? Не будем сильно останавливаться, а то я сейчас разболтаясь тут. Да, может, я как-то критично отношусь, но я критично ко всему отношусь. И пусть даже в Фаберлике я набираю команду, да, я ее как-то развиваю бизнес там, я должна ее хвалить, но я не буду хвалить то, что мне не нравится. Я человек честный и очень критичный. Уж прошу меня извинить. Если я не буду чем-то пользоваться сама, я никогда это не порекомендую другим людям. Люблю вот эти вот эфирки, но что я взяла? Лимончик. Он самый дешевенький был. И, наверное, по купону с 50% скидкой, Но так более-менее что-то выходило нормально. Рублей там около 300. Так. Мне нравится в бане использовать в основном. Ну и вот сейчас я в швабру начала в свою паровую там добавлять, чтобы мыть пол. И так пахнет вроде бы. Он, конечно, быстро выветривается из швабры, но все равно чувствуется такой аромат эфирки. Так. М -м -м, лимон, да, фирменное масло, лимон пахнет. Так, решил тут вот я тут на диване сегодня сесть, попробовать, как получится. Так, что у нас по составу? Цитрус, лимон, пил, ойл, лимонен, цитрал. Ну, на руке так прикольно пахнет, действительно, таким концентрированным лимоном, маслом лимона. Даже маслом косточки лимона. Посмотрим, как будет. И еще одну взяла. Energy, это уже там смесь. 100%. Это лицея, Питит Грейн. мандарин. 5 миллилитров. Снижает усталость, повышает настроение, увеличивает работоспособность и улучшает восприятие информации. Придает ощущение легкости и радости. Давайте понюхаем, послушаем. Угу. Хочется, конечно, чтобы в Фаберлик было качество на высоте, потому что хочется брать, конечно, все в одной компании. Поэтому я так и говорю, чтобы они прислушались и немножко сделали какие-то выводы-то. Ой, какой аромат-то интересный. Энерджи. Ничего себе, может, правда так и сразу эм, такая встряска будет. Ой, честно, какой-то непонятный аромат. Мандарина вообще я не слышу. Каких-то, ну как полынь. Что-то такое. С чем-то. Ой, нет, пока я не могу это слушать. Мне не понравился аромат. какие то травы, полыни, не знаю. <coughs> так, следующее. Это у нас ароматическая свеча. Позитив. Ой, блин, у меня такая есть, и я опять ее взяла. Ну вот что со мной. Не буду распаковывать. Хотя, в принципе, она тут, наверное, не заклеена. Так, давайте попробуем. Просто покажу вам, как она выглядит. Что-то я не посмотрела, какая у меня есть. А вчера я разбирала шкаф и ну, заметила, что у меня позитив. И думаю, блин, а какую я заказала? И, конечно, заказала позитив. Просто слово такой прикольный позитив, да, его хочется заказывать. Вообще так вкусненько пахнет. Не знаю, может быть, например, поставлю тоже себе там в одной комнате, в другой, не знаю, посмотрим. Мне нравится, что здесь крышка. Вот здесь вот прям вот качество такое люксовое, да, у свечи. Такой стильный флакон, крышечка, все дела. Обычно свечи все-таки пылятся, да, и хочется их закрыть. Здесь вот такое удачное решение, я считаю. Вот насчет этого Фаберлик прям молодцы. Хочу посмотреть ингредиенты vegetable vox, то есть это что, овощной какой-то? А vox это что? Не знаю, парафин. Парафиновая свеча. Вот считается парафиновая, да, у нас не очень. Лучше на воске или что? Вокс это может быть воск, а потом уже идет парафин. Может быть здесь смесь какая-то. Микстура ароматическая и essential oils, то есть масла Cotton Wick. How to use, как использовать. Place the candle on the flat stable surface, light the В общем. 4 часа. 4 часа горит. Ой, ну пахнет, конечно, прикольно. У нее такой необычный какой-то парфюмированный свежий аромат. Действительно, позитивный. Ой, вот. Прям прикольно, да. Вот этот вот эфир к смеси Energy, она как-то уже маленько растворилась, да, и начала более-менее адекватно пахнуть. Ну, все равно мне не понравился аромат вот этой вот эфирки Energy. Вот свеча классная. А тут на русском хоть что-то есть. Из чего она состоит? Вот, растительный воск, надо просто было перевернуть, парафин, все-таки да, здесь смесь воска с парафином, ну и смесь ароматических эфирных масел, хлопковый фитиль. Да, поставьте свечу на ровную устойчивую поверхность, зажгите фитиль, не жгите свечу более 4 часов за один раз. Не используйте свечу, если осталось менее сантиметра воска. И не переносите горящую свечу. Время горения вообще 25 часов. Вот такие вот дела. То есть опять здесь маленечко промах, да? Парафин в составе есть. А я бы вот не хотела за такую цену покупать парафин. Все-таки цена у свечи, по-моему, рублей 700 по каталогу. Если не, ну, не, не помню. По купону, конечно, там поменьше. Все равно это дорого. Ну, пусть там со скидкой она мне 350, да, вышла. Сейчас мы чек посмотрим, кстати. <свят> вот, ароматическая свеча 481 рубль. Она мне вышла и 900 по каталогу. Нехило. Ладно. Ну, честно, для себя не буду, наверное, больше брать. С парафином как-то не хочется за такую цену. Следующее я тоже взяла из распродажи. Это у нас краска натуральная от Биоси. Брун Розе, Роуз брон. Так, Франсе. Я хочу себе попробовать. Махагон. Как на махагонюсь? Артикул 3008. Необходимое количество хны. То есть это хна. Разведите горячей водой до получения однородной массы. Теплую массу нанесите на вымытые волосы и равномерно распределите ее по всей длине от корней волос к кончикам. После окрашивания смойте краску водой. Рекомендуется мыть голову через 3 дня после окрашивания для закрепления результата. Конечный результат зависит от состояния ваших волос, естественного цвета и времени окрашивания. Ну, посмотрим хна вообще как бы должна, да, укреплять волосы. Еще 100 грамм здесь. Я давно-давно не пользовалась хной. Хной пользовалась в последний раз э, в молодости. Помню, у нас продавали, ну, за копейки эту хну. Но и сейчас ее приобрела недорого. Около 100 рублей, если не меньше. Так, следующее. Это вот такая коробочка, кварцевый массажер, скребок гуаша. Кстати, на него сейчас или будет вот хороший в следующем каталоге, потому что, да, вчера мне пришел каталог, я его в машине забыла, листала. И смотрю, там на гуаша хорошую скидку дают. Давно не было такой скидки. А это я, наверное, по купону, что ли, взяла. Ну, тоже что-то как-то недорого. И либо в каталоге была такая цена, тот мешочек. Мне просто один гуаша кто-то разбил из моих детей. Конечно, они не сознаются никогда, кто это сделал. А мне нужна э, для работы пара таких го, гошей таких <laughs> скребочков. Артикул 910 86 Вот, чтобы э, удобно было сразу работать двумя двумя руками, да, по двум, по двум щечкам там. Блин, как запаковали-то. Не распакуешь, Все заклеено супер-пупер не оторвешь. Упаковка на высоте, конечно. Вот. То есть это натуральный розовый кварц. У нас любит Райфлейм, например, да, серьги делать там их <laughs> из розового кварца. На самом деле он вроде как бы недорогой камушек. Он такой холодненький, приятненький сначала. Ну, то есть вот и э, хранить в мешочке коробку. Можно выкидывать. Вот у нас инструкция по массажным линиям. Вверх, да, морщинки разглаживать по надбровным линиям. Так вот, ну вот я люблю вот здесь вот глазки так охладить, щечки там свои брыльки помассажировать. Потом вот здесь вот вверх по шейным зонам можно Вообще гуаша – это древнейший вид китайского массажа лица и тела, который стимулирует восстановительные процессы в коже и способствует уменьшению застоя лимфы. В результате улучшаются обменные процессы, подтягивается вал лица, кожа становится более гладкой, уменьшается выраженность морщин, особенно мимических. Кварц для массажера выбран не случайно. Это натуральный камень, который прекрасно справляется с воспалениями на коже, устраняет отеки. Самомассаж скрипком гуаша ⁇ это мощное антивозрастное средство и отличная профилактика для молодой кожи. Регулярное использование скрипка поможет улучшить внешний вид и общее состояние кожи. А что он делает? Он уменьшает напряжение мышц и улучшает общее состояние кожи, улучшает кровообращение, снимает усталость, способствует разглаживанию морщин, устраняет отечность, повышает плотность, упругость кожи, улучшает цвет лица, способствует сужению пор. Ну и э, вот такая вот инструкция, очень длинная, прям подробная. Поставьте скрипок длинной гранью вдоль лба, ведите от брови к зоне роста волос. Легче посмотреть видео, набрать в Ютубе, как делать вообще массаж э, гуаша, и там все понятненько и быстренько можно это все посмотреть и повторить, что я и делаю. Так, следующее. Не знаю, наверное, с 70% своей виповской скидкой. Взяла отбеливатель. Ну, я добавляю в прям в барабан машины сразу ложку, когда стираю, да, и ну, в белые, естественно, вещи, чтобы они выглядели белыми. Так. Ну, мне нравится, как бы я уже пользуюсь давно, вроде бы. Знаете, ну, конечно, пятна иногда как-то не все он отбеливает, прям и не устраняет иногда остаются какие-то вот пятна на белых вещах то есть он не вот прям идеально работает вот но все-таки вещи сами по себе становятся беленькими а вот эти вот все пятна вот эти вот детские на футболках белых да от еды в основном это все их нужно, конечно, как-то замачивать, кипятить или что там. Я тут услышала, что в таблетках для посудомойки можно замачивать вот эти вот пятнистые вещи. Надо попробовать, эти, что типа все прям отъедает. Так, я заказала еще вещи на примерку. А, кстати, вот носочки еще заказала. Это, наверное, тоже у меня виповских скидок две, поэтому я заказала такие носки беленькие, как следочки. Хоть они сползают с пятки, но как бы по дому лазить или там пойдут. Так, три пары здесь, три пары. Так, что я еще взяла? Надеюсь, покажу вам примерку. Легкий трикотажный джемперс с коротким рукавом. Бурматиков 530-531, 46-48 размер. Полистер, вискоза, люрекс, эластан. А, сделано... Где они? Так не вижу. Алматы, что ли? Нет, Китай, страна-отготовитель. Угу. Ну, в общем, такой вот. Посмотрим. Давайте откроем, просто посмотрим. Как он выглядит? Такая вот красивая. Какая красивая! Но ну, мне понравилась на первый взгляд. Я думаю, что она мне будет как раз. Она такая, знаете, главное, чтобы не кололась так не колется на первый взгляд, не знаю. Здесь вот такие сборочки мне нравятся на груди. Мне нравится рукавчик. У него такой фонариком, такой три четверти. Мой любимый прям рукав. Обожаю его. Не люблю длинные. Они мне прям почему-то мешают и раздражают. Вот. Я всегда подтягиваю до локтя эти рукава. И у пиджаков, и у кофты, и вообще уж. У шубы, конечно, не тяну. Вот. Ну, на первый взгляд классно. Я думаю, что я оставлю себе. Сейчас посмотрим следующую вещь. Ну, следующая вещь, она такая затасканная, уже давно в распродаже. Видимо, мерили ее, не перемерили. Запаковано, переупаковано. Это у нас Трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. 48 размер, цвет ягодный. Артикул 523, 710. Такой праздничный выходной вариант. Извиняюсь за шуршание, но никак. Так. Безетно. Ой, какой у меня большой сегодня получается обзор. Ой, я не знаю даже насчет платья как-то сомневаюсь. Ну, надо примерять, потому что у него здесь какой-то прям, смотрите, да, запах непонятный, висячий. Вообще, как он сядет на груди. Вот мне понравились рукавчики такие с листочками прозрачные. Ой, не знаю, не знаю. Сейчас будем мерить. Следующее. Ой, вещи кончились. У меня тут еще осталась, оказывается, бытовая химия в пакете. Это вот такой концентрированный бальзам для мытья посуды с миндалем. Что-то я его как-то не брала. И решила взять аромат такой прикольный. Ой, как вкусно пахнет миндалем, знаете, чем пахнет пирожными макаронами. Классный, он такой густой прям. Сейчас у меня в использовании, знаете, какой для посуды от грин цитрусовый микс, что ли? Что-то он как-то слабенько работает. Вот я сковородку жирную прям лью-лью его, чтобы он этот жир убрал. А он убирает ее вообще очень долго и плохо. И я уже открывала другое средство, чтобы отмыть этот жир. От, от сель я купила новенький попробовать для мытья посуды с грейпфрутом. Вот он прям вот за раз все с первого раза этот жир убрал. Мне понравилось, кстати, от Сиэль тоже обратите внимание. Я там делала распаковку заказы. У меня тоже можно подписаться на Сиэль, на Сибирское здоровье и вот на Фаберлик. Кстати, на Арифлэм тоже можно, но я очень редко сейчас там делаю заказы. Ну, кто хочет очень сильно, то, пожалуйста, подписывайтесь. Иногда делаю. Но помочь я всегда помогу, как бы я всегда в курсе всех событий. <laughs> потому что состою во всех чатах этих, и они мне шлют актуальную информацию, мои наставники, да, но сейчас у меня вообще нет желания ни Эйвен делать, ни Арифлейм делать заказы. Вот. Вообще никакого желания почему-то у меня нет. Поэтому я не делаю. Вот. И что я хотела сказать. У меня подружка брала такое с миндалем, и она сказала, классный. И вот я решила взять две штучки, потому что цена на них была хорошая. Но она и сейчас будет. И в следующем каталоге, я смотрю на них, цена 179 рублей. То есть она более-менее стабильная такая. На бытовую химию сейчас у нас стало. Это радует, но на некоторые товар увеличилась цена. Я вчера смотрела каталог. На детскую вот это вот все. Я не знаю, вот тоже опять же поругаю, но там состав-то не больно прям хороший, не больно суперский, да, вот в детской уходовые косметики, в шампунях, в гелях, зачем вы сделали ценник шампуня 200-250 рублей с таким составом. Я не понимаю лично, у кого поднимется рука купить этот флакон за такую цену и с таким составом. Я не знаю, у меня не поднимется. Вот максимум 150 она должна, как раньше, стоить цена быть этого шампуня. Но никак не 200. Итак, взяла я мыло для кухни с кофе. У меня забрали тоже последний флакон этого кофейного мыла. Ну, мыло прикольное, конечно, хорошее. Легкий аромат кофе, прям вот, знаете, с молоком какой-то такой. Так, и взяла я свои любимые чаечки. Это бронха, травяной сбор, легкость лёг дыхания. Они были по акции 150 уже рублей, если раньше мы их могли за 100 взять. Здесь трава мать трава чебреца, цветки ромашки, трава шалфей, плоды шиповника и корень солодки. Почему я еще ругаю Фаберлик? Ценники прибавили, да, тоже. Ну, на кое-что, конечно, хорошо, молодцы, избавили, но прибавили намного на много процентов сразу. Урезали подарки консультантам, которые они хотели дать, вот этот вот паровой утюг, что ли. А я на него шла по двум номерам. Мне, конечно, это не нравится, а я до сих пор делаю 100 баллов. И поэтому я очень недовольна, крайне недовольна. Ладно, продукция кое-что вот мне нравится. То, что мне нравится, я брать буду. Но сильно, конечно, делать им выше 100, баллов я не буду. Итак, у меня два бронха и гастро. Нет, не два бронха. Три бронха и 3 гастро. Везде сейчас неполадки. Я жалуюсь на все компании везде, поэтому и не делаю заказы особо нигде. Но знаете, стабильное сибирское здоровье. Оно не насильно прибавило. Не на много процентов. Процентов на 10 они прибавили всего лишь и ничего не урезали. Вот, вот стабильная компания российская. Я пока довольна ей на 100%. Еще и Сиель к себе позвали. Вообще супер, у них там ассортимент такой огромный. Особенно парфюмерии. Парфюмы мне все понравились. Я еще, кстати, заказала. Скоро придет мне большой тоже крутой заказ с парфюмами и сибирским здоровьем. Поэтому ждите обзорчика. Итак, гастро. Лист земляники, трава мяты, трава мать мачехи, трава репешка, трава спорыша, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба. Тоже классный такой травяной сбор для желудка. Буду пить у меня после болезни желудок, что-то как-то мне не очень нравится. И я буду... Я их пью. И днем могу, и с утра попить, да. То есть любой прям беру комплекс и пью. Вот, и завариваю. И бронх как раз мне сейчас пойдет от моего откашливания. Немножко у меня осталось иногда. Вот, поэтому буду пить вот эти два чая. И мужу тоже подойдет. Ну и бронх вообще всей семье. Так, все, вроде бы на этом заказ мой большой, огромный, закончился. Девчонки, я сегодня очень злая, наверное. Среда, мне сейчас еще убираться дома. Поэтому я критикую очень сильно. И не знаю, по делу, не по делу, но вы можете пропустить это мимо ушей. <с press> вот, такое у меня сегодня какое-то состояние, непонятное, неоднозначное по, по компании вообще, вот Фаберлик. Что-то как-то российская компания, и ну, никак не стимулирует нас, консультантов, делать э, большие заказы, как мы делали раньше прям с удовольствием 200 баллов я легко. Сейчас 100 баллов еле-еле набираю. У меня нет стимула, понимаете? Да, у меня есть команда, я ее поддерживаю. У нас есть чат, конечно же, я все рассказываю это. Это вообще, ну, не обсуждается. Но вот сама лично. Я беру только то, что мне прям вот очень необходимо. И такие вещи, которые я уже беру много лет. Для стирки, вот, например, да, для посуды, для мытья. Вот эти чаечки там. Ну, по акциям там что-то попробовать. Но ну, взять-то есть что? Каталог большой, ассортимент огромный. Хотя бы это радует. Пока будем продолжать делать, а там посмотрим, что нам дальше предложит компания Faberlic предложите уже нам что-нибудь интересненькое, а то мы затухли. Все, девчонки, всем хорошего дня. Давайте будем на позитиве и ждать, что же нам предложит компания Faberlic. Всем пока-пока. Кто хочет, кстати, зарегистрироваться, пожалуйста, переходите по ссылке. Я всегда рада вам помочь. Пишите комментарии. Я буду рада их почитать. Пока-пока. Забыла я, что взяла котику вкусную курочку. Давно я ему не брала. Беру сразу большими и вот такую говядинку. А, потому что большие выгоднее. И, кстати, я вам сейчас примерку еще покажу. Попрощался я с вами очень рано. Ждем примерку. Вот такое вот платье. Как я и думала, запах здесь такой проблематичный. Он висит, все видно. То есть без галтер видно. Его нужно как-то вот приделать сюда брошку. Поближе показать. Брошку сюда приделать нужно, да? Чтобы он не оттопыривался. Так вроде бы платье мне понравилось. Села. Ничего так нормальненько, рукава такие эффектные, низ тоже по фигуре села. То есть оно как бы не вот не в облипку село, а нормально. Вот сейчас посмотрю, если я придумаю что-то с брошкой. Сзади там у него молния. Вот. С туфельками будет хорошо. Ну, мне понравилось. там у меня заказ лежит, не обращай внимания. Напишите, как вам платье. В принципе, прикольное. Я, наверное, оставлю. Вот здесь вот я сделаю брошку. У меня полно каких Ну, даже булавочку какую-нибудь. Либо пришить даже можно незаметно как-то сделать. То есть можно что-то придумать. Так прикольно. Мне понравилось платье. И кофточка мне очень понравилась. Смотрите, как она переливается при искусственном свете. И она так, ну, села прикольно. Мне э, нравятся такие кофточки. Я говорю, это прям вот мое. Я хочу еще взять других цветов. Там есть серенькая и такого цвета верблюжьего, что ли. Такого какого-то горчичного. Да. Ну, классно. Кофта такая. И в пир, и в мир и в добрые люди